выступать на сцене. Вам не казалось, что вы лишили себя подростковой жизни? Нет, на самом деле нам это нравится уже с детства, и мы действительно поем с детства. С небосвет, можно сказать. И на самом деле началась рано у нас такая взрослая жизнь, гастроли, нет родителей, фактически все делали сами. Вот. Но мы это и хотели, мы этого и добились. С другой стороны, мы многое для себя поняли, и мы стали рано очень самостоятельными, что нам сейчас помогает. И чем вы захватываете своих слушателей в своих песнях? Мы просто поем о том, о чем мы хотим петь, о том, что нас волнует, о проблемах. Я думаю, что поскольку мы тоже близки к этому возрасту, им проще нас понять. Я слышала, что вы свой стиль создаете сами. Почему вы это делаете? Потому что мы считаем, что никто не сделал лучше, чем сделал мы сами. Потому что никто так не сможет прочувствовать нас, так как мы сами можем это сделать. И сколько вы долго готовитесь перед выступом, на сцене? Когда как. Вот сегодня готовились где-то в районе получаса, вчера побольше. А вообще у нас достаточно часто проходят репетиции, то есть мы просто собираемся в Москве, в Лос-Анджелесе, и в Германии недавно репетировали. Мы просто репетируем. Облаконы мы с самого начала вообще одеваем. Брюки, рубашка. Значит. Рубашку можно на стул, на спинку стула. Да, пусть висит, значит, так, все шук. Подожди, держи. Оплату. Я бы ее померила, как она. Просто я одеваю. Значит, одеваю. Давай, держи, дай сюда. Брюки, рубашка и обувь же еще. Подождите, ребята, подождите. Не торопитесь, что вы паникуете. Так, давай, все, тут вешайте. Плохой в самом начале. Подожди, хорошо, ладно, там тут еще хоть как-то можно решить. А здесь-то вообще бескомпромиссная ситуация. И вот я буду в такой же ситуации, знаешь, когда? Что, у тебя дырка у тебя тут, да? Нет. Я буду, знаешь, когда в такой ситуации? Все дырка. Слушай, а может булавки прям это раз и лавка? Сейчас я еще это решу вопрос. Вот я могу сюда или за... А вот как я в своем лапсердаке, ты помнишь, я была в туфлях, в трусах, и вот в этом пиджаке там ничего нет, а трусы у меня упадут с меня. Куда вот я их буду крепить? Если только вот за шею его можно сцепить, вот сзади, знаешь, вот так вот за шею сцепить, наушник привести. За шиворот, вот сюда вот его. А куда, у меня там даже карман нет. It's like shiny. Oh, I don't want shiny, I want holes. But I need a cut. Look. Слушай, и у меня за трусы, ты прикинь, я тебе говорю, я вот так снимаю, стоять в этих трусах, сверху у меня вот этот пиджак короткий, там нет ни карманов, ничего, вообще, и в туфлях. Блин, подожди, а как же в трусы? Трусы у тебя съедут? Нет. На самом деле, а я стою вообще вот в трусах, вот в этих, такой, знаешь, вот здесь чёрный, короткий пиджак, а сзади он уходит на длинный. А если только вот сюда вот. Бюстгальтер там остается, да? Вот, за него и повесить. Куда? Блин, лифчик свалился. Почему? Ничего не расстегнется.